Кирове сегодня на заседании областного правительства представили нового главу региона. Временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Васильев был назначен, напомню, вместо утратившего доверие президента Никиты Белых, который обвиняется в получении крупной взятки. Вернуть доверие жителей региона власти теперь одна из задач Васильева. Сам он заявил, что особого внимания в области требует состояние дорог и медицинское обслуживание кировчан. В Калининградской области, где тоже новый губернатор Евгений Зиничев, сегодня своим решением назначил нового председателя областного правительства. Им стал Антон Алиханов, который до этого год был зампредом. В регионах, где досрочно сменились руководители, в соответствии с законом были отправлены в отставку правительства. Но все министры остаются на своих местах до тех пор, пока не будут сформированы новые кабинеты министров.